Строительство этого дома семья Белялловых начала в 2008 году. Долгие годы они обустраивались и вкладывали все нажитые средства в ремонт. Но 21 мая в их доме случилась беда. Пожар уничтожил всю кровлю их дома. 21 числа мне самой плохо было утром. Скорую вызвали. Укол я вертелась, я не смогла спать. Потом бормалиди. В час дня я уснула. И просыпаюсь, треск, шум какой-то, как будто сверху что-то падает. Сосед, он забегает, Рустем, у вас второй этаж горит, выходите, говорит. Как раз МЧСник проходил. Он увидел эти пламя из окон, сильный был. Он вызвал пожарных. МЧСники, пожарники приехали. Четыре пожарные машины на протяжении 3 часов боролись с огнем. Им удалось спасти большую часть дома, но пламя полностью уничтожило всю кровлю. Это как чердак был, но там инструменты. Пострадало вот эти все перегородки, которые главные, крышу, балки, стропила, все это крышу держит, которые вот это все, боюсь, вот это все рухнет. Крыша восстановлению не подлежит, уже сказали. Все это будет сноситься. Во время тушения жилище оказалось в воде. Пострадали пол и потолок, некоторая мебель и техника. Семье Белялловых предстоит выполнить немало работ, чтобы восстановить свой дом. В первую очередь поменять крышу, все заново почистить. Второй этаж полностью сгорел, а первый этаж залило водой. Придется скрывать все потолки, так что льется со всех плит вода. Ламинат будем менять, проводка вся промокла, на данный момент проводки нету, отопления тоже нету. Как бы придется пока где-то недели две подсушивать, пока проводка вся не высохнет. Сейчас эксперты устанавливают причины возгорания, а семья пытается самостоятельно создать хотя бы минимальные условия для проживания. Им необходима финансовая поддержка, поэтому они вынуждены обратиться за помощью. Самим справиться. Ну вот, крыша дорогая, сами видите. Всех неравнодушных прошу помочь.